Я когда его первый раз увидела, я, наверное, в глазах его утонула, потому что это голубые глаза, я очень люблю голубые глаза. Я считаю, что глаза – это вот, не знаю, это душа. Я вот смотрю в глаза, я могу о человеке многое сказать. Я просто смотрела в них, я понимала, что это человек, который меня не обидит никогда и не сделает мне больно. И я сразу вот хотела ему довериться. И так и сделала, не пожалела. Для меня, ну, очень такая милая, заботливая, очень такая искренняя девушка. И видно, что в ней самое, что важно, в наше время нету фальши какой-то, нету наигранности. И, то есть вот это самое главное, конечно, что цепляет меня. Сразу обратил внимание на ее, конечно, глаза. Они у нее такие переливающиеся, как хамелеон. Он не завораживает просто. Вот я его вижу, я не могу это даже объяснить. Я его вижу, у меня мандраж. Реально мандраж. Я не могу без него долго. Сидели у нас там на море, там тоже домик есть, поехали там, выпили бутылочку вина, посидели, поболтали, и как-то, ну, вот так все произошло, у нас там музыка играла, ну, и мы встали, начали танцевать, и как-то вот такой наплыв чувств был, и мы как бы оба, так сказать, признались друг другу в любви. Романтик, однозначно, заботливый, внимательный, добрый, как-то было все равно прохладно, он так заботился, тебе не холодно, я укрою, я говорю, не, мне нормально, все равно укрывает. Общались, общительный очень, интересно что-то вот было его слушать, то есть он умеет это преподносить, то есть что-то рассказывает, это очень интересно, это завораживает. Позвал я ее, ну, как бы вот так на море прокатиться, погулять. И вот мы проехались, ну, погуляли по морю, походили. Это было то, что июнь уже, потеплее было. Он такой, поехали прокатимся, кофе попьем. Ну, и все, в итоге до 2 часов ночи катались. Ну, и все, как бы он уехал домой, я полночи не могла вообще уснуть. Забыть про это все. На следующий день я уехала в Ливадию, хотя мне не надо было сюда ехать. И как-то вот до сих пор уехать не могу.